Силами разведки спецподразделения «Кракен» с помощью дрона «Камикадзе» уничтожена автономная башня наблюдения «Гренадер» в Брянской области. В воскресенье, 5 марта, в Брянской области Российской Федерации дрон уничтожил автономную башню наблюдения. Об этом сообщает спецподразделение «Кракен». Силами разведки спецподразделения «Кракен» с помощью дрона «Камикадзе» уничтожена автономная башня наблюдения «Гренадер» в Брянской области, говорится в сообщении. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.